Хотелось бы поговорить о стереотипах общества по этому поводу. Потому что когда дети из таких ярких семей, то очень большие ожидания от них. Ожидания у семьи и ожидания у социума. Все такие рассматривают через лупу детей известных родителей. Вот как это было для вас? В одном из интервью вы говорили о том, что когда вы учились в школе в подростковом возрасте, то у вас было ощущение такого большого груза вот этой ответственности, потому что девочка из такой семьи должна соответствовать высочайшим требованиям. Да нет, просто считала, что я должна писать стихи. Значит, такой бред. Да. Наверное, не только, и, ну, и рисовать, и, может, ну, может быть, грамм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охоты. Нет, совершенно было не так. И на самом деле, извините, что я грубо скажу, мне плевать было на социум. И вообще, ну, какая разница, кто как ко мне относится.